рекламные буклеты, статьи в газетах и журналах, многочисленные дипломы. Сейчас все это материалы уголовного дела, переданного областным следственным управлением в суд. А в 2005-м настолько красивую обертку, созданную потребительским обществом «Возрождение 63», клюнули многие. Свои деньги мошенникам доверили 1156 жителей Самарской области. В общей сложности они принесли им почти 400 миллионов рублей. После того, как выплаты были прекращены, чистая прибыль создателей «Возрождения» составила почти 197 миллионов. Финансовая пирамида работала с размахом. В период 2004-2007 года само общество разрослось, значит, филиалы появились не только в Тольятти, но и в Самаре, в Кино-Черкасском районе. Значит, для придания видимости законной хозяйственной деятельности был набран штат сотрудников. Потенциальных клиентов привлекали обещаниями баснословных прибылей. Каждый взнос должен был принести пайщикам «Возрождения» от 24 до 48% годовых. Самыми доверчивыми оказались люди преклонного возраста. Первоначально кооперативные выплаты выплачивались. И в связи с тем, что пенсионеры радовались такой прибавке к пенсии со стороны, привлекали своих знакомых, которые также впоследствии приходили, вкладывали свои деньги. В 2008-м выплаты прекратились, и вскоре обманутые граждане обратились в милицию. Дело расследовалось 2 года. 25 августа перед судом автозаводского района Тольятти должны предстать 5 обвиняемых. Еще один сейчас находится в федеральном розыске.